Казанский федеральный университет и фабрика предпринимательства запускают образовательную программу по технологическому предпринимательству. Мы начинаем новую программу. Это программа практикоориентирована. То есть мы поставили перед собой цель показать студентам, что во время обучения в университете они могут реализовать себя в проектной деятельности. Это не означает, что каждый из них должен стать бизнесменом или создать свой бизнес-проект. Это означает, что мы хотим показать им, как в той предмет-области, в которой они проходят обучение, они могут сформировать какой-то свой проект. Программа разработана для студентов и научных сотрудников вузов Республики Татарстан на основе лучших мировых практик сборки и развития стартап-проектов. Что мы хотим сегодня анонсировать, что мы в рамках взаимодействия с американским институтом, называется Вустерский политехнический институт, начинаем открывать здесь проектный офис, которых по сегодняшнему дню в мире находится 50. В России, по-видимому, такой офис будет на базе КФУ, когда основная задача его сформировать межуниверситетские команды для реализации тех или иных проектов, которые интересны для тех или иных заказчиков в различных странах мира. Таким образом, студенты получат возможность научно взаимодействовать со своими сверстниками из других стран и участвовать в междисциплинарных командах. Я хочу сказать спасибо Казанскому федеральному университету за то, что он дает возможность посетить такие мероприятия, послушать лекции о бизнесе. Обычно подобные собрания, подобные мероприятия бывают платными и, как правило, достаточно дорогостоящими. А тут, пожалуйста, такая возможность просветиться, узнать, повысить свои навыки в каких-то вопросах. Валерия Муратова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.